Друзья, не друзья, еще один участок, немножечко поменьше, но уже на центральной улице станицы. Такая вот станица. Граждане живут, какой-то рок играет, симпатичные дома и участок. Заезд, видимо, должен быть вот здесь. Не совсем правильно стоит столб, потому что видите воротца и заезд. Но, в принципе, спокойно можно вот здесь заезжать. Но я думаю, можно столб передвинуть и поставить его на границу. Участок больше 12 соток. Пойдемте посмотрим его по рельефу. И как он будет выглядеть. Немножечко подзарос травой. И вот там вот будка, она вдается, видимо, на участок. Ее можно сносить, потому что границы по-любому дальше. И смотрите, если строить двухэтажный дом, со второго этажа будет вид, вот видимо, там на реку и на долину. Поэтому имеет смысл, потому что участок выше, чем вон та улица. И когда участок немножко повыше, это всегда лучше. В принципе, сюда могут стать два, либо три дома. Ширина и длина участка и площадь участка позволяет спокойно это делать. И я так понимаю, скорее всего, что вот задняя часть участка, ее тоже можно использовать для своих целей. А тут местные граждане обычно говорят, это у нас огород. Вот это вот. Берем просто, не межуем, просто берем, вот сажаем что-то. То есть эту землю тоже можно использовать. Да, красиво, кстати, вот. Есть рельеф, когда есть рельеф, появляется вот эта красота. И участок находится в полноценной жилой зоне. Видите новые дома, тут вот старый дом. Немножко захламлено, но так бывает. К сожалению, в нашей стране. В общем, друзья, вот такой участок. Мне понравился, особенно мне понравилась цена. Поэтому звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И то, что здесь есть газ, это отлично. И отличный выезд на трассу М4 Дон. Можно до моря просто пушкой. Надо цивилизацию, пожалуйста, выселки Краснодар, Ростов. Все можно здесь близко и сразу. Поэтому жду ваших звоночков. Звоните, пишите.